Друзья, всем привет! Вы на канале Вязание не только. Меня зовут Алена. Сегодняшнее мое видео про шаль, и я приглашаю желающих на совместное вязание, в совместник по шали. Значит, давайте поподробнее, потому что меня спрашивали, сколько ушло на шали, точнее, какой размер и так далее, и так далее. Итак, в прошлом своем видео я показывала работу, которую я выполнила в рамках конкурса. И это шаль хорошего размера. Я измерила точный размер шали, вот в готовом уже постиранном виде, 2 метра 10 размах, и вот здесь 1 метр 10. То есть хорошая полноценная шаль. Я уже показывала ее, друзья, вот так, да, то есть в нее спокойно можно и укутаться, и на плечи набросить, и как шарф, и верхнюю одежду. Классно. Она получилась воздушная. Такая, смотрите, мягкая, летящая, да. Я вязала на спицах номер 5. И вязала я из пряжи моего ручного окрашивания. Давайте поподробнее о пряже. Смотрите, здесь у меня использованы 2 цвета. Основной цвет, выглядит он как темно-синий, но это не темно-синий. Это цвет за счет мохера. И второй цвет, вот такой бежевый, я бы сказала, карамельный. Это цвет... светлый беж немножечко с персиковым, с коралловым. Значит, смотрите, расход по пряже я обещала подробно рассказать. Значит, у меня ушло основной пряжи 150 грамм. Это вот цвет индиго, вот в оригинале, как у меня на шале. И 50 грамм у меня ушло темно-синего мохера. Ну, почти как черный, да? То есть 150 грамм носочной пряжи, 50 грамм мохера, вместе получается 200 грамм вот этой основной пряжи. 150-50. Далее, те полоски, которые я вязала непосредственно узором и добавляла, как видите, здесь еще между, тоже у меня еще есть полоски, да, это у меня расход пряжи вот такого светлого цвета, где-то грамм 70, вот, и здесь тоже еще 10 грамм, у меня такие маленькие кусочки остались, я сейчас вам покажу. Значит, смотрите, вот остаточки, то, что осталось у меня от второй пасмы, и вот то, что осталось, здесь я уже перематывала, вот, здесь буквально осталось где-то, ну, грамм 30, наверное, и вот осталось 10 грамм с мохера. Значит, смотрите, я подготовила для вас наборы, которые вы можете приобрести в моем магазине. Наборы я сделала разные. Есть наборы вот такие, как у меня, то есть 2 пасмы плюс мохер и плюс вот карамель. Да, есть такой набор. Кто хочет поярче шаль, значит, я приготовила вот такую пряжу. Смотрите, будет очень классно смотреться. И приготовила вот такие сочетания. Также приготовила еще, кто, например, хочет, допустим, потемнее шаль, к примеру, да, чтобы светлый цвет больше еще выделялся, значит, есть вот такие готовые намоты. Здесь 200 грамм, то есть хватит вполне, здесь уже ниточка с мохером, все полностью, все здесь смесовка готовая. Вот, к примеру, вот с таким вот лимонным, немножечко ваниль уходящим, вот таким цветом. Есть еще поярче шали. Кто любит, например, яркие цвета, вот такой вот, смотрите, насыщенный красный, как основной цвет. И дополнительный цвет, вот такой нежно-пудрово-розовый. И здесь тоже вот такой вот лимонно-розово-желтый. Также я подготовила еще вот такие наборы. Очень-очень шикарный, просто обалденный цвет. Я, кстати, себе одну пасму оставила. Я очень хочу себе связать носки какие-то ажурные вот именно из этой пряжи. Этот цвет, это просто вообще, смотрите, просто чудо. Значит, вот такой намот сочетания, да. И смотрите, тоже шикарно смотрится вот с таким нежно-зеленым. Смотрите, это будет просто шаль, это будет просто огонь. Кто любит более спокойные цвета, есть вариант вот такой. Смотрите,
как у меня бежевый, да, вот у меня бежевый, а здесь вариант вот такой серый вместе с индиго. Тоже будет очень-очень благородно и красиво смотреться. Пожалуйста, проходите в магазин, я все ссылки оставлю под видео, вы сможете приобрести набор. Итак, с приобретением набора в моем магазине участие в группе бесплатно. Группа у нас с 1 декабря до 15 января, то есть я даю 1,5 месяца. За эти 1,5 месяца, поверьте мне, вы свяжете шаль, и даже не одну. Я связала свою шаль за 5 вечеров. Конечно, я торопилась, я больше времени уделяла, чем другим процессам именно этой шали, но если вы захотите, то поверьте мне, за эти 1,5 месяца, в рамках этих 1,5 месяцев у вас вполне будет достаточно время, чтобы связать шаль. Вы можете эту шаль связать на Новый год, под елочку, можете связать на Рождество, на православное Рождество, на старый Новый год, то есть на какой-то другой праздник, просто в подарок себе любимой, мамочке любимой, сестре любимой, подруге любимой, я не знаю, племяннице, дочери. Пожалуйста, это, я считаю, что просто великолепный, шикарный подарок. Друзья, значит, смотрите. Что вас ждет в совместнике? Очень многие мне задавали вопросы в моем телеграм-канале. Я подробно там сделала пост о группе, об участии в группе. Если вам интересно, пожалуйста, добавляйтесь на мой канал в телеграм. Там всегда все новости, я всегда делаю публикации. Вы все можете посмотреть, вы все можете прочитать. Значит, кто на телеграм не подписан, значит, вы можете мне написать также в инстаграм, в личное сообщение, если хотите присоединиться к этому совместному вязанию. Будем вязать вместе. Никаких домашних заданий, никаких условий, никто никого не торопит. Каждый вяжет в удобное время. Вы получаете от меня материал, вы получаете от меня формат PDF описания. В описании описание работы, две схемы, схемы на узоры, да, то есть на основной узор, на основной узор, на вот этот узор, который здесь, полностью описание работы от начала до конца, также схемы все, также выкройка самой шали. Вы распечатываете этот материал. После того, как вы материал этот распечатали, также у меня снят подробный мастер-класс на 2 часа. Это подробный видео-мастер-класс, в котором я все абсолютно показываю. Я рассказываю, какие варианты пряжи, как еще можно смиксовать, какие другие цвета. Я рассказываю о некоторых тонкостях в вязании этой шали. Я также показываю и рассказываю от начала до конца полностью, как я вяжу шаль. Я провязываю начало шали, то есть как начинаем шаль, провязываю, показываю, объясняю. Далее я провязываю полностью в камеру весь раппорт узора. Я также объясняю тонкости при работе с этим узором. Я также объясняю, как провязывать прибавки, как это все делать, как это все работает, как читать правильно схему и так далее, и так далее. То есть все подробно. Также показываю подробно окончание шали, закрытие, блокировку показываю. Показываю также, как прячу кончики. То есть все очень подробно. А вы получаете, то есть PDF распечатываете, и потом непосредственно с PDF вы смотрите внимательно мастер-класс. Мастер-класс полностью обозначен таймером все участки. То есть вам не нужно, чтобы найти какой-то участок, смотреть весь мастер-класс. Вы спускаетесь под мастер-класс, установлен таймер, где четко по минутам каждый участок, который я провязываю, все четко по времени расписано. Нажимаете, попадаете на нужный вам участок, внимательно смотрите, внимательно со мной вяжете, и у вас в итоге получается вот такая красавица. Пожалуйста, кто не имеет возможности приобрести мою пряжу, вы можете, конечно, вязать из своей пряжи, подобрать свою пряжу. Значит, смотрите, по пряже. Основная пряжа – это носочного состава пряжа. Здесь 75% шерсти и 25% полиамида. 420 метров в 100 граммах. Махер. Здесь 900 метров в 100 граммах, то есть в 50 граммах 450 метров. Вся пряжа, да, вот носочная 100 грамм 420 метров и махер получается в 50 450. То есть
По метражу, правильно получается, 150, здесь 50. Но я сделала намоты, смотрите, я сделала намоты, вот для основной пряжи я сделала 70 грамм. Потому что у всех разная плотность. Ну и вдруг вы захотели там на пару сантиметров шаль связать побольше, чтобы вам не трястись, потому что у меня ушло прям тютелька в тютельку, прям вот ровно ушло 50 грамм. Поэтому, чтобы вы не тряслись, я еще 20 грамм, то есть 70 грамм сделала намот. А вот этого цвета вполне хватит, потому что, видите, у меня еще 10 грамм осталось. Тем более, что вы можете самостоятельно решать, сколько вы таких полосок. У меня, например, 3. Вы, может быть, сделаете только 2. Вот эту делать не будете. Или сделайте их меньше. Или просто не будете без узора вязать, просто лицевую гладью. То есть все варианты я также рассказываю в мастер-классе. Все очень-очень подробно. Почему вяжем в группе? Ну, во-первых, в группе вязать всегда веселее. Во-вторых, мы будем делиться своими процессами. Каждый будет вязать из разных цветов, из разных сочетаний, из разной пряжи. Будет очень интересно посмотреть, вдохновиться также и другим, и посмотреть, что получается из такого цвета, из такой комбинации или из такой комбинации. В моих группах очень многие общаются, знакомятся, дружат потом, поэтому в моих группах всегда супер классно. И, конечно, после того, как группа закончится, вас ждет еще приятный бонус и приятный сюрприз, о котором вы узнаете уже в конце этого совместника. Также многие меня спрашивают: Алена, а если я, допустим, хочу связать еще какую-то шаль, да, или, допустим, есть у вас еще какие-то варианты шали? Конечно, есть, друзья. У меня на канале 230 бесплатных мастер-классов. Там есть мастер-классы на все. На узоры, спицами, крючком. И также на шали, также спицами и крючком. Если вы захотите в такой технике связать шаль, пожалуйста, у меня на канале есть бесплатный мастер-класс. Шаль называется домино, связано точно так же, в такой же технике, только связано несколько другой конструкции. Это другая конструкция, но это тоже из такой же пряжи, тоже большая, достаточно большая шаль. И в телеграм-канале, если вы подписываетесь на мой телеграм-канал, то там, смотрите, в закрепленных есть также на эту шаль еще бесплатное описание для вас в подарок. И не только на эту шаль, очень много там бесплатных описаний я всегда добавляю в подарок. Нас уже больше 4000, ну, в общем, 4000 подписчиков, по-моему, 4100 подписчиков в Телеграм. Я очень рада, замечательная, прекрасная цифра. И также, когда было 4000, я также в подарок подарила описание на моем телеграм-канале. Поэтому проходите, подписывайтесь, смотрите в закрепленном. Если хотите общаться или хотите задавайте какие-то вопросы, добавляйтесь в чат, мы там все общаемся, у нас очень интересно. Поэтому, друзья, если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их, пишите мне, если вы хотите заявку для участия в группе. Осталось очень мало мест, у меня записалось просто много, очень много, большое количество людей. Я считаю, что будем вязать, это будет очень-очень интересно. Купили наборы разные, посмотрите, купили вот такие наборы. В общем, практически все наборы у меня, все цвета, вот такие тоже наборы у меня приобрели. А потом такой набор еще взяли, да, мой набор тоже купили. В общем, будем любоваться, будем смотреть, что будет там в группе у всех у нас получаться. Ну и, может быть, я тоже вдохновлюсь, и вместе с вами я, может быть, тоже свяжу еще одну шаль в подарок одному хорошему человеку. Ну, не будем загадывать, посмотрю по времени, как у меня получится. И тогда, возможно, если я буду вязать эту шаль, мне очень-очень нравится вот это сочетание, и вот это сочетание мне тоже очень нравится, возможно, я что-то из этих вот сочетаний попробую. В общем, друзья, кто хочет просто более нейтральный цвет, пожалуйста, есть намоты, все найдете на моем сайте, в магазине, все ссылки под видео. Итак, друзья, жду вас на совместнике, будем вязать шикарную, прекрасную шаль под елочку. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч. Пока-пока.